Приветствую вас на канале Redcat. Сегодня мы будем получать бейдж очередной в Арби Баттле. Это Adopt Me. И также мы еще получим две бесплатные вещи, очень крутые, так что обязательно дождитесь. Ну и что же делаем, ребят? Просто нажимаем на три кристалла, которые у нас находятся в Adopt Me. Итак, ребята, это первый кристалл. Летим. Я уже вижу второй. Он около Красного моста. И туда сейчас направляется мой Shadow. Давайте подлетаем, забираем. Точнее, не забираем, просто нажимаем на этом кристалле. Так. Давай. Ой. Ну что, ребята, у нас уже, видите, два луча в небе. И сейчас нам нужно сделать третий луч. Вот, я вижу его. Смотрите, ребят, просто идеально лечу на него. И сейчас мы сделаем третий выстрел. Давай, нажимай. Сломался. И все, ребята, после этого просто летим наверх, на любом питомце, на, я не знаю, чем там вы летаете, обычно зонтиках там и так далее и тому подобное. Ну, в принципе, вы можете еще по классике полететь туда на воздушном шаре, потом сделать паркурчик и залезть на самый верх. Ну, зачем, если у нас есть летающие питомцы и много чего что летает, вертолеты, самолеты и так далее. Поэтому, ребята, летим на самую верхушку, и здесь мы находим перевернутый кубок. Забираем его, и это и есть наш бейдж. Все, ребята, вот так вот просто буквально за полторы минуты вы можете получить этот бейдж. Ну и сейчас по традиции заходим теперь в Arby Battle Event, и сейчас будем забирать этот бейдж. Также, ребят, кстати, хочу обратить ваше внимание, что кто голосовал за победу кого-либо в этом турнирчике, то, ребята, скоро, если вы все правильно сделали, вы сможете получить свою награду в виде этой цепи с Arby Battle буковками. У меня 62% угаданных было участников, кто пройдет дальше, поэтому я его точно должен получить после финала. Ну что ж, ребят, сейчас давайте забираем. Смотрим, 9-й бейдж, появись. Так, слева готово, бейдж получен, ребят, все замечательно, все просто прекрасно. И всего лишь 3 бейджа осталось до конца, до финальной битвы в этом Arby Battle ивенте. Окей. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Теперь отправляемся получать бесплатные вещи. И первая игра — это игра в честь Манчестер Юнайтед. Blue Moon is back. Так называется эта карта, Blue Moon. И здесь, ребята, можно получить очень крутые крылья. Для того, чтобы их получить, мне понадобилось просто подойти к этой стойке и нажать кнопочку. Вот так вот все это делается, простенько клик и готово. Но, ребят, возможно, мне так кажется, что это связано с тем, что у них что-то заглючило с телепортом, и поэтому многие не могут получить награду. Дело в том, что до этого было немножко по-другому. Можно было получить этот приз, если бы вы зашли в Blue Moon Academy и подошли к вот этому Join чудику и нажали бы Join. Вот так вот мы делаем, нажимаем Join, и нас переносит в Академию. После этого будет еще один, скажем так, отсчет, и через там 30 секунд вы должны были получать бейдж. Но у меня, и как у других ребят, я так понимаю, что этот телепорт не работает, он сломан или что с ним произошло, я не знаю. Ну, короче, сейчас упростился, скажем так, вариант, как можно получить эту награду, достаточно просто было кликнуть. Ну, вы видите, да, все там зависло, поэтому отправляемся в iHeartland для того, чтобы получить другой приз, не менее прикольный, тоже будут у нас крылышки, точнее хвост павлина. Что здесь нужно делать? Здесь довольно-таки все просто. У нас есть вот такие вот колокольчики, и у нас есть такая штуковина на громкоговоритель, похожая, в руках. Вы подъезжаете к колокольчику, нажимаете «И» английское, и она впитывает его туда. Абсорбирует, так сказать. Видите? В принципе, вы можете ездить кататься по всему городу и собирать их, можете стоять, как я. Напротив любых двух колокольчиков они просто респавнятся. И чтобы далеко не ездить, вы можете просто... Вот пока я доезжаю до этого, видите, то он в целом появляется. Вот, поэтому за две ходки я беру два колокольчика. Ну, а всего, ребят, нужно собрать их 40. На секундочку, да? Ладно, сейчас я уже, ребята, забираю 10. Вот, погнали дальше. И пока я все это буду делать, ребят, хочу вам напомнить, что
проходит еще один ивент в Плейсе, который я вам уже показывал, и поэтому вам тоже нужно туда заходить 10 дней подряд для того, чтобы его забрать. Так, ребят, ну что ж, на 14-м давайте отвлечемся и зайдем в этот ивент. Ивент называется Tommy Play, я думаю, что все вы о нем знаете. Там еще можно пройти с... сколько там, 50 игр или 40 со снеговичком, получить приз. Это я тоже все показывал. Ну и шапочку можно получить, если вы 10 дней подряд будете заходить в игру. Кроме этого, еще дадут 1000 монет, а эти монеты, кстати, можно использовать тоже для бесплатных вещей. Итак, ребят, видите, у меня номер 4 день. И через буквально 2 часа у меня, кстати, уже будет 5 день, можно будет и 5 забрать. Вот, так что, ребята, кто не забирал в Tommy Play, заходите, забирайте. Но я продолжаю развлекаться и засасывать эти колокольчики. После того, как я, ребят, получу приз, мы все с вами посмотрим крылья из предыдущего ивента и павлиний хвост из этого. Я, кстати, не играл в эту игру. Я имею в виду на прохождение. Это типа музыкального тайкунчика у нас какого-то такого. Ну что ж, ребят, если вы не хотите смотреть, как я еще буду собирать 6 штучек, то можете перемотать на 7-ю минуту, и мы с вами посмотрим, как будут выглядеть эти бесплатные вещи. О, ничего себе, ребята, фокус, я прям взлетел. Я заехал на этот колокольчик и поднялся вместе с ним. Так, что еще интересненького, ребята? Обязательно берите 3 бица в RB Battle, потому что без них вы, я так понимаю, не попадете на финальное шоу, на котором, собственно, мы получим финальные призы этого ивента. Это диадемы, ну а кто сделает в числе 30 первых, тот еще получит супер классный шлем. Все, ребята, я тем временем уже получил эту бесплатную вещь и могу примерить этот хвостик. Отправляю свой аватарчик. Да, ребята, одна вещь получена и вторая тоже получена. Все, ребята, давайте померим. Начнем с хвостика. Хвостик, кот с хвостом. О, ничего себе. Так, хорошо, нарядно, стильно, молодежно. Так, ну что, снимаем хвостик и одеваем крылья. Крылья очень топовые, напоминают вещи из RB Battle. Ну что ж, ребят, если вам понравились вещи, обязательно ставьте лайк под видео и бегите в Плейс их забирать. Ссылки будут в описании под этим роликом. На этом у меня все, спасибо, что смотрели. Пока!